Народ, всем привет! В ближайшее время мы будем снимать видео про автомобиль в бюджете 150 тысяч рублей, и у нас на повестке дня русский автопром. И мне очень хотелось бы, чтобы в этом поучаствовали еще и вы. Итак, как же все это будет происходить? Вы, соответственно, заходите на сайты по продаже автомобилей, довольно известные какие-нибудь Автору, Авито, Дром, ну, в общем, на любые. Соответственно, вы смотрите автомобиль отечественного производства в бюджете 150 тысяч рублей. Допустимо смотреть до 175 тысяч рублей, потому что 25 тысяч мы, в принципе, можем сторговать. Соответственно, вы находите машину, которая вам нравится. Неважно, что это будет, Волга или там семерка, может быть, девятка или двенашка, неважно. Может быть, вы даже приор за эти деньги найдете. Самое главное, что вы копируете ссылочку и скидываете ее под пост ВКонтакте. В группе ВКонтакте в нашей мы специально создадим пост под этим видео, и куда вы будете скидывать свои ссылочки. И самое главное, помимо того, что вы скинули свою ссылку, вы посмотрите, что там люди еще покидали. И, может быть, ваша ссылка уже есть, и она уже набирает лайки. Только скинул ее кто-нибудь другой. Смотрите ссылки, которые там есть, и ставите лайки. Под этим видео мы допускаем только ссылки. Если вы будете писать текста какие-то, то они будут удалены для того, чтобы не забивать лишний раз комментарии. Только сухие ссылки и лайки. Нам нужно только это. Соответственно, в рамках этого видео будет рассмотрено 3 автомобиля. Мы выберем 3 ссылки с самым большим количеством лайков и по ним поедем. Более того, человек, чья ссылка наберет самое большое количество лайков, по своему желанию может поехать, в принципе, с нами. Я только за. Давно хочу с вами познакомиться. Еще просьба. Пожалуйста, те, кто будет скидывать ссылки, отнеситесь к этому делу серьезно. Не просто от балды вы там выбирали 10 машин и покидали их. Нет, именно четко выберите тот автомобиль, который вы бы поехали смотреть. И еще от одного комментатора не больше одного автомобиля. Поэтому я очень надеюсь на то, что мы с вами снимем классное видео, вы в нем поучаствуете, и все будет, как всегда, хорошо. Всем пока!